Твоя доченька. А папа работает. У нас тут динозаврики балуются. Мы их немножко гоняем. Вот. Обеда будет за нами. А скоро, надеюсь, увидимся. На 60 посадки 100 метров. Ну, как бы там укрытия нет, они все посадки смотрят. И не видят, пехота бежит 100 метров, танк доезжает. Они не понимают, куда танки. Поджечь танк нечем. И они смотрят, танк догнал пехоту. Ну вот 100 метров, танк 64-го. Разворачивается и уходит. Пехоту пригнал с лопатой и уехал. Танком загоняют. Танком загоняют. Да? Может, это, наверное, это штероборона какая-то, да? Вот это? Ну, скорее всего, на гвардии. Не-не, эти самые. Нет, 56-я пехота. Запирают оружие и пригоняют обратно. 56-я это тоже у них закончилось. У них также вот эти моб-резервы. Да, самое закончили. Интересное, где-то процентов 70 это в марте призваны. Моб-резерв. В плане надо эти правосектора Это они их оставляют, чтобы этот, может, увидят, не придут. Ну, психологическая тема. А все работает ровно наоборот. Ну, я понимаю, переходы, мы вижу переходы вот так, либо это что, сектор стрельбы обозначен. Это противотанковый. Отель. Батареи в зал. Проект валит, не было.